spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена сумка S23 от российского производителя компании Aquatic. Она позиционируется как аксессуар, более подходящий любителям карповой ловли. И хотя ее основное предназначение – хранение грузов и ПВА-систем, она также может использоваться и для других целей. Давайте поближе рассмотрим эту интересную модель. Сумка имеет следующие габариты. Длина 26 см, ширина 19 см и высота 9 см. Вес составляет всего 340 граммов. Изготавливается из современного материала, который отличается прочностью и износостойкостью. Обязательно надо отметить, что крышка и днище имеют жесткие вставки, которые уберегут содержимое от случайных ударов. Для переноски на короткие расстояния спереди предусмотрена небольшая ручка и стропы шириной почти 30 мм. И что удобно, на ней есть дополнительная тканевая вставка, не дающая стропе впиваться в руку. S23 закрывается на молнию с одним бегунком. Собачка замка оснащается ухваткой с пластиковой вставкой и логотипом компании Aquatic. Как мы видим, внутренняя часть содержит съемные перегородки. Чтобы не повредить содержимое, разделители, как и стенки, сделаны мягкими и обшиты тканью с мелким ворсом. Крепление осуществляется с помощью ленты Velcro. Благодаря этому пространство можно регулировать под ваши цели. Карпятник сложит грузы и ПВА-системы, поклонник фидера – кормушки и флаконы с агроматикой, а спиннингист – компактные катушки или пакетики со съедобной резиной. Более того, можно совсем убрать часть или все перегородки, получив один вместительный отсек. Еще у этой модели имеется перекидной карман для различных рыбацких мелочей. С одной стороны он имеет стенку из прозрачной ПВХ-пленки. Подойдет для хранения крючков, упаковок с мелкой фурнитурой или различных поводков, как металлических типа струны, так и оснащенных для поплавочной или донной ловли. Второй из сетки. Кстати, оба закрываются на простой замок. Этот отдел можно использовать под компактные инструменты или аксессуары. Главное, чтобы они не цеплялись за мелкую ячею и не рвали ее. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.